сложных погодных условиях ГАИ призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными. За 11 месяцев этого года только в Минске произошло 233 ДТП с участием пешеходов. ДТП происходит часто по вине самих пешеходов, потому что они не обращают внимания, когда переходят проезжую часть дороги на транспортные средства. Проезжающие уступают они им дорогу, либо же не уступают. Многие пешеходы идут в капюшонах, разговаривают по телефонам, в наушниках, по сторонам много кто не смотрит. Особую внимательность нужно проявлять не только пешеходам, но и водителям. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов являются игнорирование правил дорожного движения и отсутствие в темное время суток световозвращающих элементов. При подъезде к пешеходному переходу водителям транспортных средств рекомендуется снижать скорость движения транспортных средств с целью избежания наезда на пешеходов. Также учитывать состояние проезжей части, потому что в зимний период времени перед пешеходным переходом она может быть скользкая. И при появлении пешеходов обязательно предоставлять им преимущество движения. Особое внимание госавтоинспекция обращает и на безопасность самых маленьких участников дорожного движения. Сотрудники ГАИ регулярно посещают учреждения образования и напоминают детям о важности соблюдения ПДД. Особенно актуальны эти профилактические акции в преддверии зимних каникул, которые достаточно длинные и в период которых дети зачастую предоставлены сами себе, менее дисциплинированы и зачастую не так сосредоточены на передвижении по улицам и дорогам. С викториной по правилам дорожного движения дети справились быстро и без единой ошибки. После теоретического материала инспектор ГАИ на практике демонстрирует важность световозвращающих элементов. Для сравнения, пешеход без фликеров и в специальной одежде. Очень бы хотелось, чтобы каждый родитель как можно чаще напоминал своему чаду о том, что соблюдение правил дорожного движения в зимний период, когда большую часть времени темно, безусловно, мега важно. И как можно чаще старался разъяснить ему на практике, в каких-то реальных условиях, почему это важно. ГАИ напоминает, при переходе проезжей части пешеходу необходимо прекратить разговоры по мобильному телефону, отключить наушники и снять капюшон. Перед тем, как перейти дорогу, убедитесь, что водитель вас заметил. Будьте внимательны на дорогах.